У ребятки. Ноль зрителей. Ну и заебись, нам многое не надо. Ноль так ноль, блядь. Стадион так стадион, нахуй. Это я типа посушил ногу, поняли? Блять, вы делаете так? Вот у меня мокрые ноги. Я, я только с душа. И вот так вот я ну, посушил ее, типа. Вот так вот раз, раз, и она реально. Со... Все, бля, сухая. Постучал чисто по ней. Ни... Есть у вас такая хуйня? Делаете? Ой. Ну что вы, рассказывайте. Что делали, блядь? Чем занимались? Так, ответь на донат, я проебал. Анфиса Евгеньевна. Здорово, Алексей. Ты очень живой, настоящий. Ценю за это, дядь. Купил пластинку Людовика на Ауди по твоему совету и очень сильно кайфую. Ты самый красивый и сексуальный дядечка, которого я знаю. Если бы я была парнем, могу только головой ебнуть. Булочка не ревной. Я обдала дала. Мы все шутим. Э, спасибо. Людовика на Ауди. умная чтоб чтобы понравилось тебе. Потому что я кайфую от Людовика на Ауди. Пиздец как. Я животное. Что? Что это я животное, блядь? Обидно. Так, ну что, вы готовы? У нас форсаж э, шестой. Привет, купил твой чайный набор. Сделал все по инструкции. Теперь буду пить чай, смотреть стрим. А правда, что раньше у тебя волосы были, как у Рапунцель? Хуюнцель. Я всегда был лысым, заебал. У меня они всегда были тоненькие. Привет, отец. Очень нравится тебя смотреть. Передай, пожалуйста, привет моей жене. Ее зовут Кристина. Кристиночка, привет тебе огромный. От меня и от э, Алекса. Вдвоем засосали тебя. Спасибо, ребятки, что смотрите. Один привет. Как у тебя дело? В смысле, Любани один. Сальтузу. И еще один Тальтузу. вопрос. Можно ли отлад свою возможность поехать к тебе в Китай своему лучшему а, другу? блядь. За Сася прямо в Пердачило. Ну, осуждаю, блядь. Можно ли отлать свою возможность поехать э, к тебе в Китай, к своему лучшему другу? Я нихуя не понял, брат. Э, не надо за в пердочело. Чисто за Сася и все. Давай. Мы не так близки, блядь. Какой пердочело, нахуй? Привет, я ничего не отец. понял, что ты имеешь в виду. Отладь, блядь, день рождения. свою возможность поехать. Каждый к тебе. вечер тебе смотрим здоровье маме. Ждем в Пензе. Ждем в Пензе. Хорошо, ребят, завтра выезжаю, получается. В Пензу. Думаю, и я здесь приуныл. Давно не был в Пензе. Отец, привет. Очень а. нравится, девочка. Не знаю, Но. как ей признаться, и надо ли вообще точка, чей час с ней в очень хороших отношениях. Часто куда-то ходим вместе. Я стараюсь за ней ухаживать. Но не делаю действий, чтобы она явно поняла, что нравится мне. Подскажи, как лучше ей признаться. Просто хочу чего-то большего. Блять, постарайся пробить. Понял? Потихонечку-потихонечку пробить. Ну, типа, готова ли она к отношениям? Если она категорично нет, продолжай общаться. Ну, типа, она сама, наверное, поймет, что ей комфортно и хорошо с тобой. Наша, наверное, девочка не глупая. А если категорично... А если категорично да, и я бы хотела, и ты, блядь, тупишь, то давай дерзай. Сразу берешь ее и говоришь: я, ты, ебаться, лес. Все. И там уже она приходит, думает, что ты потянул ее, э, ебаться. А там раз, крылышки жарятся в лесу. И она ебать, идеальный мужчина. Вот это, по-моему, отлично. Посмотри, пожалуйста, клип слова Чабана. Хорошо, обязательно сейчас же посмотрю Сло, слова Чабана. Ты осознаешь, что дальше будет еще плюс один лысый. Джейсон Стыдхом. Надо смотреть остальные части, потому что они посвящены не лысому пол уокеру, Чпокеру, Царствие Небесное. Блять. <связать> стрим послезавтра, ребята. Хорошо. Стрим послезавтра, ребят я ему гусей. У меня за окном постоянно взрывают петарды, 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 петарды. Да мы поняли. Ну взрывают и взрывают. Что ты заебался? Я ж просил жену Илюздр поздравить, а ты про Пензу. Блять, Юлечка, прости. С, с днем рождения. А я с Пензой, Здоров блядь, стою. Поздравляю с одного точки. Юлечка, будь счастлива. Спасибо тебе огромное. От меня и от Димона, блядь. Засос, отец. передай моей кисе Ксюше, что надо уже возвращаться домой, они а дуться, как маленький Пупсень. Ведь я ее лавки. П.с. Тебя тоже пельмешек. Я ее лавки. Какие вы миленькие? Сейчас бы аж обрыгался нахуй. Ксюнечка, вернись к своему пупсеню. Не дуйся, маленький ты пупсень. Он тебе лавки. Блять. Сука, ну ты нахуй голова? Я правильно понимаю, что ты отбираешь одного подписчика, и он едет к тебе в Китай. Еще раз, можно ли отдать эту возможность другу? Засося в твой пупок. А, конечно, можно. Ну, если выиграешь ты, блядь, я. Я приглашаю тебя. Если ты не хочешь, то, то пусть хоть мама твоя поедет. Хоть батю бухова отправь, мне похуй. Потасуй с батя с Бухим, блять. Вообще поебать с кем-то соваться. Передай привет дрену и его красивому Анусу. дрену и красивому Анусу. Пиздец, вы, вы что, там шума подходили? Ты спрашивал, смотреть ли все части форсажа. Просто 10 части, это продолжение 5 части. 7 показывает момент после токио а дрифта. Точка. Короче, они между собой связаны. Хорошего стрима, здоровья тебе, маме и булке. Спасибо огромное. А, спасибо огромное. Не, мы, мы посмотрим только какую. Седьмую и все. Я рот ебал, смотрите. 40 часов блядь. Вот шестая, а завтра седьмая. Когда все. Зубарев плохо себя вел, учитель выходил из класса. Как-то Зубарев проснулся. Теперь это время зовется утром. Когда Зубарев пьет кофе, кофе взбодряется. Озоновый а слой защищает солнце от Зубарева. Когда в Зубарева стреляют, пуля погибает. Пиздец. Какие ужасы, блядь. Страшная хуйня. Пуля умирает, блядь, от Зубарева. За шо, блядь? Еще б жить и жить молодая, блядь. У нее, наверное, детки пульки есть. как заебал спам-шлюх а, в комментах в инсте. Чек-сторис, типа, да идите нахуй. Отец, с наступившими. Вчера был юбилей, очень ждала стрим. Поздравь меня с 30-летием. Если поешь Юросовым сладким голосом, буду счастлива. Здоровья, отец. Что споешь? Маша истрова. Юру своим сладким голосом? Какого Юру, блядь? Это Юра, прощай, да? Юра, прости. А вот нас, а... Я ухожу, а ты отпусти. Здорово. Юра, а верни мне свою шоу, любовь. А, если потребует на Магаз, тогда да. А, у нас же договоренность, ну, типа, я не знаю, в курсе вы или нет. на Магаз, ну, типа, рекламить поэтому ребятки привет вот вот. это мой ну, первый горит. донат поздравляю с полтора миллиона он, подписчиков он Ты приходится, лучший. Приходится удачи мне. целую в попку. спасибо большое здорово отец поздравляю 1,5 на твиче Здорови спасибо тебе и близким спасибо 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 Самичка, ну, зачем что-то делать? А зачем ты готов песечку полимнить, мили. Э -э Мила, беги Я от него нахуй. конченый, блядь, какой-то. Что делать, если пиздец засосать хочу тебя? На самом деле, здоровье тебе. Не надо, Виталий. И твоей маме от всей Не надо. Души. Ты реально спасаешь многих людей ну, из в такое непростое время. Одним словом, отец. Люблю, обнимаю. Титан Твича. Спасибо большое, братик. Спасибо, Виталий. Да, пизденение приятно. Спасибо. Пожелаю удачи, пожалуйста, Чермену в предстоящих экзаменах и сессии, пожалуйста. Ну ты... как Чермен, можешь. привет тебе ты огромный. Лучше. И удачи, Дайте, Ты все завалишь на. С передайте, что я в Китай собираюсь. внизу Зурибов, что он Девят... смотреть фильм С Гослинком Конечно. Всех частей с Раяном Гослингом. Гослингом. Обожаю, блядь, фильм с Раяном Гослингом. Отец салам тебе из Казахстана. Кремендон, почему аби... у тебя аб... такие большие ценники на рекламу? Когда менеджер сказал, я чуть не подавился. Хотел свой маленький магазинчик полезный прорекламировать. уже я не знаю почему. Ну типа. <говорит> типа отец чтобы не старого... засорять рекламой. блядь, скажи, что а, делать. Дешевый. Поступил да в топовый вуз страны. На бюджет очень хотел стать врачом, но во время два курса разочаровался в профессии и полностью запутался по жизни. Родители не понимают, учеба просто морально уничтожает. Гею Баранову, он играет в геншин, и не пьет со мной пиво. Что с ним делать? Да ничего не делаешь, бросай его нахуй, какой он тебе друг. Если он играет в геншин. Отец, выручи столько рублей, хоть из говна вылезу. А, да, напиши, Ярику, он тебе даст. Легко вообще. Сто рублей. Меня Чу, на В этот день сиголочки одет. В, В этот, этот день, день теплом, теплом вашим я согрет. Я согрет. Мне сегодня, сегодня 30 лет. 30 лет. В этот поздравим. день Ну, отец. Спел и не поздрав... Серьезно? Машенька, Одесь, с днем рождения. Спасибо за твои стримы. Реально от Все Ты очень хороший человек. От тебя нереальное тепло. Ты, наверное, до конца и не осознаешь, как иногда помогаешь людям. Здоровье тебе бабу. Пизда. Александр. Это все или еще что-то? Это все. Доминик Торетто. Мы пока не знакомы. И хуй знает вообще, типа, познакомимся, нет. Спасибо тебе большое за твои стримы и время, которое тратишь на нас. Я рассталась с парнем, и твои стримы спасли меня из этого состояния. Береги себя. Да и пошел он нахуй, мать. Ты шо? Здорово, старый. Чепуха, Лает, блядь. что время много. А сам своими паузами и шутками на час растягивает. Ладно, шутки огонь бывают. Пошел в дойту катать, чтоб тоже а, ко мне на стрим все. зашел и 40 гривен за донател, А я думал, хотел засосал, извиниться, и думаю, блядь. Ну типа нормальный пацан. Бандитов. Нормальный пацан, думаю, блядь. И думаю, да неудобно как-то, что я паузил, а потом он говорит в доту катать. Все, сразу понятно. Давай. Привет, Саша. Здоровья тебе, булочки, и твоей маме. У меня сегодня день рождения, и хочу, чтобы ты зашел на YouTube и забил кинокос. Это классный юморный киноляпер. Даже форсаж, посмотри, люблю тебя. Хорошо, спасибо большое. Обязательно зайду и посмотрю. И с днем рождения тебя. Поздравляю от всего сердца. Будь счастлив. Батя, порадуй друга, скинь приятному Эльдару рит. Ему чувак кинул на Два ноль, Но Ебать. он сейчас или отошел. Если ты ему еще сейчас рит кинешь, он с ума сойдет. Он сейчас как раз смотрит, но два думаю, ребятам понравится. Его не к ним Эльдарше. Хорошо. Сейчас же скину. Конечно, можно... Блядь. Ш... У меня ж покупные рейды. Ты ж знаешь, всегда продавались, всегда по, по желанию. Маргарита де Соль. Приветствую отец. Привет тебе с Белгорода. Привет, брат. Спасибо, что провел время с нами. Так, подожди, а тут ты спойлеры, ты поехали. спойлеры поехали. Вот после этой части Хан погибает в Токио. Пятая часть самая нормальная для меня, потому что начинаются вот эти воскрешения. Летти, Хан и Жизель, которая сейчас умерла. А Жизель живая? Всего лишь живая упала все самолета на скорости. После пяти части они убивают всю драму смерти этих персонажей. Поэтому уже после пяти части пиздец. Я что-то не понимаю, а как тогда мы смотрим пятую? А как Ой, часть э, седьмую, как часто отвечаю? Никогда, блять Никогда не отвечал на ты Пока на службе. Смотрю тебя с ведруйда. Не могу стать твоим подскичником. В Донецке это небольшая трудность. Буду дома. С компа подпишусь. А да не надо подпи... Не явился? тратьте деньги, ребят. Никогда не тратьте деньги на э, подписку. Блять, мне нельзя этого, наверное, говорить. Ну, типа, надо наоборот. Эй subscribe не, не надо этой хуйни. Смотрите и все. Седьмую? Седьмую надо, да, смотреть вы говорите? На пельмени, брат. Спасибо большое. Отец, привет, пожалуйста, посмотри все части, пожалуйста, особенно 10, там злодей, хорош, актер, хорошо сыграл, спасибо. А, не, в пизду, сейчас я, блядь, десятую еще не смотрел, Александр, я ебну привет, наверное, тебе уже много раз задавали этот вопрос, но мне нужен совет, присматривай нового китайца, машину, посоветую что-нибудь. <-C2> да, <-C2> Лисян. 7 -8. Лисян, сто процентов, ебать. Вообще охуеешь с этой тачки. Сам пошел нахуй. Раньше мы вместе смотрели твой стрим, а теперь раздельно. А соболезновая. Лесен Привет Литвы. Передай привет Марику. Хорошего вечера обнял. Где Хан Цой будет объяснение. Со спас его. Он выжил, сори за спойлер, говорил, что дальше сидим, будешь смотреть. Пиздец. Нахуя ты это сделал? Ты смотреть полностью форсаж будешь? Я очень ждал просмотра с тобой. Там на самом деле очень все хорошо и периодически смешно. Короче, кто хочет, чтоб смотрели полностью, пишем в комменты под архивом этого стрима. Ребяточки, я спрошу еще раз я у всех, кто посещает стримы. Нам нужно. Не, давайте, ты меня неправильно понял Я ебанок, не пытался или купить нет? рейд или Приятно, мой льда, рукинули большой донат на 2.0, И он сейчас в шоке отходит И если ты ему сделаешь рейд, он вообще с ума сойдет У него 4 лима на ютубе И он сейчас на отвечай начинает стремить. Все, я понял, хорошо У него все получится, я верю А что это у тебя на носу? Сопля? Я нет, Новый год Здоровый отец, счастье Здоровья тебе и твоим близким Мир твоему дому Люблю твои стримы. Можешь, пожалуйста, послать нахуй, Влада Крикуна. Конечно. Спасибо заранее. Влад, Крикун, иди нахуй. Блять, что реально все пишут полностью, смотрим. Вы что, <сосы> Привет, поздравляю с первого пятого миллионов подписчиков. Спасибо Передай привет Анатолию, без него я бы скис шесть К 106.7.8 это все связанные части 9. Это история с историей Хопса и шоу. Спасибо за стрим, засосал. Спасибо, брат. Привет Анатолию. Толя, привет Александр, тебе привет. Наверное, тебе уже много раз задавали этот вопрос, но мне нужен совет. Присматриваю нового китайца, машину, посоветую а. что-нибудь. Бюджет семь Бюджет все, все, я же сказал. Лисян, сделала хопс за яйца. Сделала хопс за яйца. Хопс. Как ты успеваешь читать комменты, батя? Да не всегда успевают сожалению. Отец, спасибо за все части Гарри Поттера пересмотрел все записи в Телеграм по пять раз. Каждую часть еще есть фильм Гарри Поттер 20 лет спустя я посмотрел так лампово и душевно. Может, глянем, как-нибудь и передай здоровье могу, бабуле. бабули бабуле, привет большое. Слышишь? Спасибо большое, брат. мысли есть, новый Гарри Поттер 20 лет спустя. Вы серьезно? Старый, здорово, как в жизни дело. С работой что-то решилось. Визу не отбирают. Может, помощь нужна какая-то? Не, брат, не... спасибо я большое. Кудасай. Все заебись. За Все сапку. Никто, никто не отберет ничего. Привет, Сашечка. Бля, серьезно есть? Я из Новосибирска и у меня 2 часа ночи. Плюс я болею. Можешь 7 часть посмотреть завтра, потому что я не выдержу. Я хочу спать. Блять, ты, ты думал, я сейчас посмотрю седьмую часть? Брат, отдыхай, ложись. Отец, ты что ебанулся? выздоравливай. С чего начать, если стремить хочу? Несколько раз пробовал начинать, но народ не идет. Я старый уже, может, стоит вообще забить? Блять, брат, а я не старый. Не знаю, начинай с малого. Как и я брат, начал. Я начал с онлайна, блять, тысяча пятнадцать, конца. Всего. Там очень важно. Так, я, я постараюсь. Если найти. интересно, то длина полосы всего 4 километра. Самая длинная в мире. Но в фильме растянули так, что насчитали 46 километров. И спасибо за стрим. Очень подняло настроение. А я с девушкой недавно расстался. Да и хуй с ним. Переживем. А, так вот. Я-то начинал тоже, блядь. Сколько мы начинали? Онлайн. -дю? Привет, отец. 10, Люблю 12, тебя, пиздец, 15, как сильно ну, типа... Ты просто самый лучший. Очень давно смотрю тебя, но до ночью первый раз в жизни свой. Ты действительно достойный этого целую тебя обнимаю и передавай привет всем друзьям химика Литвина. -э всем друзьям химика Литвина. Саша, привет передай большой. привет, привет моей булочке Даше. Доброй ночи. дашка доброй ночи, от Султана и от меня. Фильма. Уснула, охуеть. Вот это посмотрела, блять. Кое вот это первый донат у меня сегодня ДР из этого ГО 7 часть ПЖЖЖ. Отец, здравствуй, любви тебе и булочки. Ты вырос а твой баклажанчик сегодня мы точно не, не, думал бросить казино, оно тебя не красит вообще без хита. Просто да я знаю, я знаю, что не красят. Ну типа, я, я знаю, что О, Спасибо. с моральной и нравственной точки зрения, и что плохие привет, вещи я, делаю. я знаю. Но... Блять, привет, отец. Передай привет Паргутте, пожалуйста. Мы тебя очень сильно любим. Привет, когда будет стрим по 7 части Форсажа. И ты бы удивился донату в 40к. Не, не удивился Куда бы. И не надо. Лучше потратить на Здоров, что братишка. Нафиг Правда, эти это же совсем печальные Либо... Кстати, уверен, что мало кто из дому. подписчиков не надо курсе. мне что «Форсаж 1» — это ремейк фильма «На гребне волны». С одинаковым сюжетом, персонажами, отсылками и т.д. Уверен он поэтому и зашел привет большой. Прости, что пожалуйста, я проебал. От янтаря. Отец, поздравь, пожалуйста, жену Алену с ДР. Алену. С днем рождения. Саня, брат, Ребятки, засосал крепкого здоровья. Пошли нахуй, Чамба. Чамба, пошел нахуй. 95% говорят, что смотрим все части. Так что ждем. Ну, Спасибо, что ты делаешь. Части. Не Панер могу рот. разобраться, как оплатить подписку, но Не надо, тебе, брат. Нахуй Удачи. тебе. Удачи, Лизнь, мой куй. Любим тебя. Шел в пизду. Какой у тебя был самый большой донат? Я не помню. Я не помню, потолок. Но не надо удивлять людей. Не надо. Привет, Лучше сделай, правда, что-нибудь полезное Всем приятного просмотра и вкусных пельменей. Д. Д. Сядешь на шпагат за 30к? Нет, конечно, брат. Да вообще за деньги я ничего не сделаю. Ну, вернее, есть своя сумма, я по-любому продамся, но... Меня купить сложновато. Я бесплатно сяду, если этого захочу. Ебать, донатов налетело, ребятки. И вот теперь опять проблема. Все, кто донатил во время стрима. Проблема в том, что я теперь хуй достану ваши донаты. Они опустились низко и все. Я не, я не увижу. Обидно, блядь. Не донатьте во время стрима, пожалуйста. Отец, давай все части смотреть. Не страдай, хуйню. А да я уже понял. Нам всем интересно. Привет, от Эдвина. Спасибо большое, брат. Я уже понял, что все смотрим. Привет, хорошего стрима. Поздравь моего мужа Дмитрия с днем рождения. Как ты умеешь, пожалуйста. <связывая> пожалуйста, Гоу. Сегодня семь часть. Ну че тебе стоит мужик че растягивать, а? Привет, Саша. Поздравь, пожалуйста, Полину Рыжую с днем рождения. Было 7 января. души спасибо три. Дмитрий, с днем рождения. Дима, с днем рождения, брат. От Светочки э, Светочки, от меня. Так, подожди, что я проебал? Полину Рыжую с днем рождения. 7 января. Бля, серьезно? В Рождество? Полиночка, поздравляем тебя. Гоу сегодня седьмую часть. Не-не-не, братья, ты шо? Никаких сегодня седьмых частей. Отец здорово. Передай привет Владу из Красноярска. Хахни суйца. Хахни суйца. Влад из Красноярска, привет большой. Александр, да. Так, Эрик, смотри, Хесу дай, пожалуйста. Части. Забей на физику и веселись. Для этого снимали кино. Он я дома, ура. Рад за него, пиздец. М так, ладно. Все, ребятушки, давайте спадки, да? И что, всех люблю, целую. Давайте. Увидимся завтра.